Когда я на заре туманной юности занимался в ДК Кирова в Ленинграде в оперном театре, в классе у народной артистки Республики Халилеевой, солистки Мариинского театра, певица была замечательная. И как-то она мне сказала, что такую достаточно простую вещь, как тарантелла Россини, она впевала целый год, но это не значит, что она только ее и пела, но время от времени подходила, и только через год она у нее начала получаться. Ну, что тут скажешь. Вот, есть очень интересная ария для тенора, это Стратоманрика. Наверху до, но пока ты до этого доберешься. Вот, а дело все в том, что там мелкие ноты, ну, которые не все поют. Вот, мелодия такая. О, даже не помню. Вот, так вот, попробуем и мы то же самое. Вот, это хорошо, когда подыгрываешь. А если не подыгрываем? Тоже ничего, если в медленном темпе. А если в быстром? Там что-то булькает. А что? Не понимаю. Еще раз. Это, пожалуй, слишком быстрый темп. Хотя все примерно так и поют. Потому что чем быстрее темп, тем меньше сил затрачиваешь перед тем, как там два до. Хочешь, не хочешь, а бери. Правда, в Ля Скала транслировали по интервидению и пел Лисидор Стретто и взял нахально оба раза соль вместо до, говоря о том, что там соль написана. Правильно, соль там и написана, для безголосых. Так, поехали еще раз. Ликоля пира. Не, не пойдет. Та-та-та-та-та. Пира, пира. О, как пулемет должно быть. Ликоля пира. Лорендо фоко. Тута ла фибра. Марсе лампо. Понял. Значит, на первой этой самой наверх идущей, их там там четыре ноты, две в нижних, нижняя верхняя, нижняя верхняя. Вот, так вот на первую нижнюю, вот из этих четырех, надо сделать продых. Поехали. Вот. Во всяком случае, если год так поработать, то вполне кое-чего может и получиться. Но дальше посложнее, дальше мелодия-то посложнее будет. И вот тут. Сан, и уже на Гве должна быть соль есть. Коль сан гре
что дальше? Очень интересно. Так, ля спаньеро. Ля спаньеро, кое-что. Ну, если год так поработать, то вполне возможно, что и выучишь. Я, возможно, выучу. А вы не знали. Не пошла. Вот зараза какая. Так, объявляется перерыв. После первых петухов всегда надо объявлять перерыв. Первая часть. Серединка. Поехали. А серединка меняется тональность. Раджа филя прима дамма ти лан по френнарви то мартир. Правильно. Мадре феличек коросальварти. И вот пошло до. А можно и не так. Ну вот, до взять, в общем-то, не трудно. А спеть вот эту мелкую технику...